Меня зовут Давид Микропул, я представляю Кутаиси, представляю также клубы «Стрела» и «Волф». Пару слов о сопернике. Хороший соперник, молодой, амбиция есть, по нему это видно, но еще, я думаю, как спортсмен еще не сформировавшийся. Какие у него сильные стороны, как считаешь? Я считаю, что он более разносторонний боец, везде понемногу у него есть. А слабые? Слабые, думаю, все-таки борьба, особенно у стены. Это ты говоришь как проджистер? Я это говорю как человек, который вот давно отрабатывает борьбу у стены, и мы довольно часто это наблюдаем у других бойцов, эти слабые стороны. Тогда странным будет вопрос, да, чей партер лучше? Ну да, но мы это проверим, получается. В последнем бою соперник оформил быстрый болевой и взял бонус. Ты смотрел это? Да, конечно, смотрел. Что скажешь? Скажу то, что молодец, довел до конца. Он еще и получил бонус за лучший прием вечера. Поэтому молодец. Но со мной такое не получится. Не прокатило бы, да, с тобой? Чем ты лучше и как собираешься выигрывать? Я думаю, что я, скорее всего, лучше борьбой, там классика, вольная и тому подобное. И грэплинг, я думаю, у меня на уровне. Собираюсь этим и использовать. Может быть, какой-то секретный, удушающий? Нет, ничего такого не готовлю особо, но все равно будет борьба. Так сказать, затащу его в глубокие воды. 3 раунда или досрочная? Ну, как обычно, все бойцы готовятся на 3 раунда, но все хотят, чтобы было досрочно. То есть секретного приема нет? Нет. Но было бы интересно. Ну да. Пару слов, может, о подготовке, может, какие-то сложности были? Нет, не сказал бы, что было сложности. Я при этом приехал сюда, на Кавказ. То есть, условно говоря, я приехал домой, я сам с Грузии, поэтому здесь как-то по-другому ощущается, и ты более заряжен, когда ты на своей земле дерешься. Принципиальный ли это для тебя бой? Нет, более того, у нас мы соперником с одного клуба, только в разных группах тренируемся, поэтому ничего особо принципиального нету. Смотрите нас в прямом эфире на Матч ТВ, либо на официальном сайте ACMMA.